Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В 43 автоавариях, произошедших на дорогах Кировской области в январе, феврале и марте этого года, водители скрылись с места ДТП. В большинстве случаев беглецы были найдены, информирует управление ГИБДД. Это помогли сделать записи видеокамер, а также показания очевидцев. Госавтоинспекция напоминает, что за оставление места аварии предусмотрено наказание в виде ареста до 15 суток, либо лишение прав на срок до 1,5 лет. Трасса 101. МВД просит ускорить обсуждение поправок в законодательство, которые наделяют инспекторов ДПС новыми полномочиями по проверке водителей на алкоголь и наркотики. Делаться это будет с помощью некоего прибора, который выявляет факт опьянения бесконтактным способом. Больших подробностей об аппарате нет. При таком освидетельствовании не потребуются понятые, составление протокола или видеосъемка. Трасса 101. Пессимистичные прогнозы по поводу спроса на новые легковые автомобили в России в этом году пока не сбываются. В марте продажи увеличились почти на 23%, сообщает агентство «Автостат». Самой востребованной моделью осталась «Лада Гранта». «Лада Веста» вернула себе вторую строчку. «Бронза» досталась «Киа Рио». У «Хёндэ Крета» и «Фольксваген Поло» четвертое и пятое места соответственно. Трасса 101. Автосалоны попросили правительство страны разрешить им возобновить работу, не дожидаясь окончания апреля. Обоснование, конечно, умиляет. В частности, дилеры ссылаются на то, что старая машина может внезапно сломаться, а купить новую гражданин не сможет, так как салоны закрыты. Как же тогда добираться до магазина, больницы или аптеки? Во-вторых, транспортные средства, в том числе имеющиеся в распоряжении спецслужб, нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Трасса 101. Китайская автокомпания GAC собирается начать продажи в нашей стране шестиместного минивэна GM8. Автомобиль выглядит весьма презентабельно. Кресла второго ряда у него раздельные. Оснащаться машина будет 190-сильным двухлитровым бензиновым двигателем. Трансмиссия — шестиступенчатый автомат, привод передний. Стоимость новинки пока неизвестна, но, по предположению специалистов, она будет находиться в районе 2 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.